Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. «Проводы молодых в опочивальне», картина Лебедева. «Проводы молодых в опочивальне» Лебедева можно считать одним из лучших исторических жанров в русской современной живописи. С этой нелегкой задачей, которая так много встречается самых разнообразных трудностей, талантливый художник справился как нельзя лучше. Сцена необыкновенно оживлена и превосходно сгруппирована. После свадебного пиршества родные и гости провожают молодых в опочивальню. На первом плане мы видим невесту, красивое лицо, которое чуть-чуть видно, так как оно закрыто прозрачным вуалем. Рядом с ней, несколько впереди, идет жених, молодой, красивый парень, несколько сконфуженный и вообще растерявшийся. Перед этой парочкой стоит сваха и приглашает молодых с лукавой улыбкой войти в опочивальню, двери которой уже открыты. Отец жениха держит его за руку. Рядом с невестой идет ее отец. Другие фигуры в самых разнообразных позах дополняют эту оживленную и любопытную сцену. Каждое лицо своего рода прекрасный и характерный тип, превосходно обдуманный и выполненный с истинным мастерством. Костюмы 17 века, все аксессуары, ковры и внутренности терема, сосуды – все это изучено Лебедевым в совершенстве и представляет превосходнейший образчик художественной археологии. Лица при всей их типичности интересны и по чертам своим, и по той оживленности и выражении, которое им придал художник. Особенный талант его выказался в этой картине по преимуществу в том, что внимание всех действующих персонажей сосредоточено на главной группе молодых. Это центр картины и лучшая ее часть по превосходному освещению, так и по приятному колориту. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока!